Все было. Сейчас уже начинаю немножко притухать. Это вот скажу честно, я пользуюсь трудами людей, которые это уже проходили. И даже несмотря на это, вы видите, какие сложности. Ура! Ой, наверх лезть не надо, потому что мы пойдем в склеп опять. Ну. Я что, не запустил его? Этот генератор. Не понимаю, что от меня хотят создатели игры. Я вышел. Генератор запущен. Что дальше? Что не так? Мне еще с кем-то поговорить надо. Давайте я еще погуляю. Никаких нет сообщений больше. Хорошо, я поговорю с Кларой. Нет. Ее уже тут нет, дипломата нет. Ничего нет. Что от меня надо? Сходить на кладбище, что ли? Или с кем-то поговорить? I think it's time I tell you about that thing I forgot. А. The night of the fire. I was there. I found Charlotte leaving the crypt. Был здесь. She was Понятно. Really upset. Вот почему. I must have said something to her because she came over to me. Дальше. I could tell she wanted to say something, but it was like someone took her voice. She gave me this big hug and ran off, and she gave me this. I think she wants me to give this to you. Понятно. Ясно. I wish I had known what to do that night. I wish I could have saved her. You were just a kid.
Yeah, and I acted like a kid and ran away. And I hid. I closed my eyes and wished with all my might that someone would make everything all right again. I never told anyone this, but I think I saw someone else there. The fire wasn't an accident. And now, I'm afraid whoever did it took Jess. В общем, рассказал кучу всего, но без этого рассказа игра дальше не пойдет. В общем, на пожаре был кто-то еще, он на пожаре там был, Шарлотта отдала ему вот это. See you later. Bye. Да, Шарлотта отдала вот это, символы. В общем, если вот так разделить, это получится 1, 2, 3, 4, 5, а это 6. Символ 6. Haven't done that. Can't check that off yet. Мы еще запустили генератор. Did that. Still have to do that. Нет, эпитафии я уже сказал. Так, это все понятно, подозреваем, понятно. Мне кажется, что... пора уже... идти к финалу. Генератор запустили. Вот он, символ. Только вот смотрите, если я тут поскребу сейчас, выскочит да. И говорит, что вы сделали серьезную ошибку. Поэтому мы пойдем дальше. И вот здесь поскребем. Тоже ошибка. Не понял. Подождите, это опять ошибка. Значит, нам зайти. И вот только сейчас поскрести. Есть. Кажется, что-то нашла. Ну, нашла она. Ой. I bet there's a sequence to push these in. Нашла она для начала пятнашку, чтобы выставить напротив рычажков. Это все. Поэтому сначала выстоим.
Это для начала. Теперь нужно посмотреть вот эту подсказку и рычажки выставить согласно этой подсказке. Включить те, которые в этой подсказке. Что я не открываю сейф? Что-то не так. Ага, не так. Вот тут неправильно. Сейчас. Так, 1, 2, 3 не надо включать, 4, 5 и 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Здесь 1, 2, 3, 5, 7, 4, 5, 6, 7 включены. 1, 1, потом 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ну, включены. Так, сбросить все. Сбросить все. Все заново. Блин. Ладно. Так. Все заново. Наберемся терпения. Так, сбросить все, сбросить шрифт, сбросить все.
Так, ну что, все стоят напротив. Ну, вроде да. Так, теперь же надо... Согласно вот этой записочке, включать все. И тогда мы откроем сейф. Так. Тут есть. Тут есть символы. Так, есть символы. Один, три, четыре, пять. Это сверху. Теперь один, два, четыре, пять, семь справа. Теперь один, два, три. 5, 7. Слева, что ли? Нет, что-то... Подождите. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Включаем. 1, 2. 3 пропускаем. 4, 5. Включаем. 6. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Так, 1, 2 включаем, 3 пропускаем, потом включаем 4, потом 5 и 7. Вот так. 1, 2, 3. О, медвежатником как работать. 4, 5, 6, 7. Теперь 1, 2 пропускаем. 3, 4, 5. Вот так. Yes. Фу. If this is what Claire was trying to keep hidden, I think she's the one who started the fire that night. Ясно. Вот что пытается скрыть Клара. То, что
Шарлотта изменила свое завещание. Вот. Сначала Клари завещала, а теперь все завещает Харпер. Ну и получается, что Клара решила убрать и Шарлотту, и Харпер. Улика. Улика. Что теперь делать? Fire? I better get out of here. Ух ты. Огонь. Так, а как мне убираться отсюда? Ну, идти взад. Конечно. Идти взад. Идем, 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 идем. Нэнси, help! Джесси, кричит. What's the matter? It's Harper. She's in bad shape. I can't carry her. Так, Харпер плохо, надо как-то выводить. Думаю, можно сделать какую-нибудь пилишку. I bet we could build something to get her out. I could use this to build a makeshift wheelbarrow. Так, что мне может пригодиться для создания тележки? Колеса, руль. Хорошо, второе колесо есть. Ну, колеса надо чем-то прикрепить болтами. Вон она, зачем эта тележка стояла. Да быстрее, время-то идет. Пожар же ж, вот. Одно колесо, второе колесо, руль, болты. Thanks, I'll get her out. Nancy, my mother's upstairs. She's in the bedroom. It's too dangerous to ask you to help. You decide. Так, ладно, мама наверху. Спаси ее. Но смотри, времени мало. Но не имеет значения, опасно ли это. Ну я ж Нэнси Дрю, я выведу ее отсюда. I don't care if it's dangerous. I will get her out. Haven't I suffered enough for you? When will you leave me alone? I need you to calm down and come with me. It's too late for us. She'll never let us leave. Ясно, она признает свою вину. Но что делать? Won't budge. Maybe I can use the clocks again. Так, картина не двигается, но я могу. I'm sorry, it's been reset. Okay, I did this once. I can do it again. Ладно, я это делал. I sat at your grave every night for a year. Еще раз сделал. Я Нэнси Дрю. Беру ключ. And I said, I'm sorry. I didn't want you to die. You had so much, so much, and I had nothing. Ладно, запускаем часы. And now you want my life. You want me to rot in some prison. А Клара перед всеми извиняется. Well, I can't keep running from you, Charlotte. Так, ну что? Пора выставлять время. Хорошо, выставляю. Мы уже все быстро подсчитали.
это я прикалываюсь. Во-вторых, 9:30 надо выставить. Yes. 9:30. На третьих 10:30. Yes. На четвертых 10:00. Yes. И на пятых 8:00. А пожар-то разгорается. Вперед! Все ждут, когда они ровно в 12:05 остановятся. Но... Just in time. Успела! Ну все, сдрыскивай. I'm getting you out of here. Just let me stay. I deserve it. Я заслужила это. You deserve the chance to pay for your mistakes. Now come on. Вы заслужили шанс ответить по закону. Пошли. Супер. Долго мы идти будем? Там горит все. Nancy, you made it. Какой кошмар. Но мы успели. Ну мы ж... Dear Ned, I was able to pull Clara out of the fire just in time. В общем, тебе рассказывают, какая она героика. We rushed out the front door before the stairs collapsed. Imagine my relief when I saw that Jessalyn and Harper had made it out safely as well. Clara finally told Jessalyn the truth, and about how sure she was that she'd be pushed out of the family entirely when she discovered Charlotte had changed her will. How jealous and powerless she felt the night she lit the match, and how badly she wanted to scare Charlotte. How quickly the fire got out of control, and how heartbroken she was at Charlotte's death. She would have given anything to take that night back. Jessalyn later said that was the first time she saw the real Clara, who wasn't a cold-blooded killer, just a woman so dedicated to hiding from her past, she lost herself. The fire department traced the source of the blaze back to the faulty furnace in the basement, and insisted we all visit the hospital for exposure to toxic fumes. The doctor I saw explained that carbon monoxide from Harper's furnace may be the cause of some of the unexplained things I saw around the house. Apparently, many of the ghosts in Victorian-era fiction may have been inspired by the effects of exposure to carbon monoxide from faulty heaters. In the weeks that passed, Jessalyn began to take control of the family company. She's offered Wade a position on the board, and tasked him with keeping an eye on the day-to-day operations of the company's labor force. I imagine he'll take her up on the offer once he's back from a trip to visit a certain former ghost hunter. Savannah called to tell me she's invited Wade to come out for a visit. I was a bit annoyed when I found out what Savannah hadn't told me about this case, but I have to admit, I'm really hoping things work out for those two. Colton and Jessalyn seem like they're on the road to patching up their friendship. They both seemed mutually relieved to dissolve the engagement. Colton has a lot to iron out with his parents and his relationship with Lexi, but he seems determined to do things on his own terms. Harper disappeared shortly after the fire. After an exhaustive search, Wade and Jessalyn